Ты вообще меня любишь? Валер, ты меня любишь, а? Ты меня не любишь, Валерочка? Я на тебя всю жизнь потратила, а ты скотина такая, я не люблю! Ну чё? Welcome to the Турция! Да чё это такое вообще? А как это... Как отдыхать сейчас? Как мне отдыхать? Кто мне это возместит теперь, а? А, первый раз приехал отдыхать. О, ремень. А я... вы чё? Ух! А мой нормальный... Не, ну правда неубиваемый, а? Вот это я понимаю, Челябинский дом чемоданов. А? Молодцы ребята, держат марку. Алло, Галя, привет! Как дела у вас там? Как погода? Мерзнете, небось? А где вы? На Мальдивах? А что ты там? А, муж путевку купил? Ой, Галя, какой у тебя хороший муж! Ага, бунгало свое, да? Океан видно? Классно! Даже бассейн есть свой! Галя, у меня тут срочное дело, я тебе перезвоню. Давай, Галя. Хорошо тебе отдохнуть, Галя! Ну, скотина, сейчас ты меня выхватишь. Алло, Валерочка, зая, представляешь, а Галка на Мальдивах. Да, муж ее туда отправил. А я в Турции. Я что ж, хуже Галки, что ли? Она туда на месяц поехала, а я на неделю. У нее, значит, из окна видно океан, а у меня пельмены у Ашота. Валера, у нее спа-салон, песок белый. А я пока по Гальке по этой дойду до пляжу, массаж ног и песок сыпется. С меня! 20 минут я туда иду. Это какая линия, 165-я? Так, Валера, ты мне объясни. Я тебе больше готова? Готова. Я тебе, извини, белье стираю? Стираю. Прибираюсь дома? Прибираюсь. С друзьями тебя отпускаю в баню? Отпускаю. С мамой твоей общаюсь каждые выходные. Зря, что ли? А? Или, может быть, тебе не понравились носки, которые я тебе на 23 февраля? Ты вообще меня любишь? Валер, ты меня любишь, а? Ты меня не любишь, Валерочка? Я на тебя всю жизнь потратила, а ты скотина такая, нет? Я не люблю тебя! Вот женщина, а? Страшная сила. Может, зарвать мозг не только своему мужику, но и чемодан. Ой, дорогие мужчины, ну любите своих женщин, балуйте своих женщин. Тогда вашему чемодану ничего не угрожает. А для всего остального есть гарантия от дома чемоданов. Вот так. Ой, блин, а. Не, видал? Да у меня гарантия есть, все нормально. Сломался чемодан? Починим бесплатно или заменим на новый. Ищите нас на маркетплейсах. Дом чемоданов.